14 апреля 2019 год, Харьков. Ты посмотри, какая краса. Рясная, как абрикоска, зацвела. На позапрошлом году, сегодня 14, позапрошлом году, 19 апреля, на всю эту красотень выпало сантиметров 10 мокрого снега. И запах какой. Не за молоком, не? Не, я точно не за молоком. Это абрикос, молока он не дает. Да, поломало тогда веток, а вот здесь вообще не расцвело еще. Удивительно. Два рядом стоящих дерева и такая разница.